придумал. Пока у нас коптится рыбка и морепродукты. Посмотрите, что ребята тут выкупили. Поставь ее в серединку. Как это называется, Олег, скажи? Это называется муншайн. Блеск луны, луч луны, отблеск, сияние луны. Можно как угодно. Это ну, по-английски. В нашем простонародье да. А по-русски? Мы называем это самогон. Самогонка. Вот у нас так это, да, так прилетело. И слушаем сюда внимательно. Ага. Да. Значит, это произведение искусств, произведение. Оно здесь, в общем-то, со времен сухого закона в местных горах, в пещерах, так сказать, производилось в массовом порядке и отправлялось на Нью-Йорк, Чикаго, Лос-Анджелес и другие замечательные города. Подавайте. Вот. То есть и традиция эта осталась. То есть это было во времена сухого закона, когда высчитывались вот эти все эти гампусы. А здесь был сухой закон тоже, да? Да, да. Не только у нас, но и тут, в общем-то. Не, не, 30-е годы, о чем вы говорите? Это же знаменитые все гангстерские все эти дела, откуда они поднялись все эти... то есть это, ну, это отдельный рассказ, не будем все в одну кучу. То есть, открыв... Вот мы взяли вот этот мерзавчик, прямо скажем, с Ильей. Вот, такая бутылка, да, как кефир? Да, кефир, чисто для здоровья. В общем-то, дури-то у нас своей хватает, но чисто для запаха. Вот так. А запах же я понюхала. Это жодина, это настоящий слава, это самогон, 100%. Это бабушкой пахнет, это хлебушком пахнет. Есть, нашим детством, да? Детством, вот, вот так вот, хоп. Это же аромат. Ой, да, это какие одеколоны, ребята. Антисептик, скажем так. Ой. Ну давай, это, а на вкус? Слеза, ну? Ой, на вкус очень-очень даже неплохо, достойно. А по градусам? Ну, по градусам. Сколько здесь? Мои ясные очи мне слегка подводят, но я вижу здесь 48 оборотов. 48. Ну, только и неплохо. Хорошенько. Да, хорошенько. Не могу сказать слабенько, не могу сказать сильненько. Хорошенько такая. Продается в магазинах... слюна пошла, сори. Такой дымок оттуда подтягивает рыбка, креветками подтягивает. А тут муншайн еще, это бередит мою душу. И слеза пробилась, и сопля пошла, и уже вот горло тут, сори, ребята, о вкусе. Значит, в принципе, стандартный наш самогонный вкус. То есть в магазинах есть и с разными присадочками, они могут туда клубнички, черешеньки набросать. Ну, там еще, самогоночка с клубничкой? Да. Это здесь такое извращается? Могут бросить, чернички, я уже говорил там. То есть, в принципе, да, все это. Но мы с Ильей пожелали просто... Классики жанра. Классика жанра. Значит, что не замесит нашей простой, так сказать, нашей этой позиции по этому вопросу, чтобы не омрачать наш праздник жизни. А большие бутылочки, да, они налиты в банках. В банках. В банках? В литровых с грыжкой банках. Да, ну, но дело в том, что... Но, опять же, есть отрицательный момент во всей этой истории. А именно, например, бутылку вискарика какого-нибудь мы можем... шотландского взять за 25 баксов, и литр самогоночки будет 25 баксов. Поэтому а люди, это сколько кто, бутылочка вот стоит? Вот это 12. Вот этот мерзавчик стоит 12. Типа, если вот мне просто вспомнить родину, бабушку, вспомнить добрым слодом дедушку и прослезиться, то это как раз... Сколько можно разговаривать? Если он пошел, ну да. Давай, давайте. Давай. Сколько можно об этом говорить? Давайте пройдем дегустации. А мне, а у меня... Ой, а это, ребята, это отдельный должен быть рассказ. Ой, что ж это? Ой, что ж это? Это только после интима. Все, давайте. Давай. За бабушку. За дедушку, за родину, за крупки и за славное. Вот за Витебскую. Ну тогда и за Глуск. Глуск, ой, это Глуск. Это опять же отдельная песня. Глуск это должна быть отдельная песня. С 1400 года основан. О, представляете, за 3 после 3 лет какая-то Америку открыли. Ну, да, там Глуск, ого, сколько существовало. А тем более, что вот до этих гор Америка буквально 200 лет назад не имела права переходить, потому что там жили индейцы. Ну, они и сейчас там живут. То есть они же там кирдык делали, скальпы снимали, благо я могу ходить. Мне это не грозит. А ты, за тобой бы не охотились. Все, давайте.